Понимаете, вы как бы сильно надеетесь на человека в жизни. Только на Бога так надо надеяться. А потом, когда он что-то не так сделал, вы сильно разочаровываетесь с ним. Это неправильное мышление по отношению к людям вообще в принципе. Потому что только с Богом такие отношения надо строить. Сильно надеяться так. Вы сама верная такая, как бы, и на человека тоже так же рассчитываете. Он не выдерживает нагрузки, начинает нервничать. Вот, допустим, представьте, вы в зал приходите вот так вот, да? И я говорю, я сейчас буду читать лекцию очень внимательно, а вы меня слушаете очень внимательно, поняли? Очень внимательно. Вот вы не внимательно слушаете. И так далее, и начну вас грузить. Вам понравится такая жизнь? Ну вот вы создаете такую жизнь. Это так устроена ваша психика. Она сильно верит в любовь, как бы. Хочет, чтобы все правильно было. У всех женщин это есть больше-меньше, но у вас сильно выражено.